Выставка одной работы. Мрамор Куэлга. Одна из моих любимых покупательниц заказала портрет мальчика, просто любого мальчика. Ну, типа ангела, там что-то такого. Ну, начал делать мальчика, а выходит Гагарин, подросток. Ну, так и остался у меня. Самолетиком вот внизу сделал, детский. Как дети изображают. А что интересно, на лбу кристаллик темный, буква Г, как будто татуировка. Далеко, выполнил портрет недалеко от места гибели Гагарина. А в армии служил. Ручкался с Гагарином на месте гибели Комарова. А дом по случайности достался в деревне. Рядом в Киржайском районе, где разбился Гагарин.